Всем привет! Меня зовут Давид, и вы на канале PowerPoint это легко. Начинаем урок номер 2. И сегодня мы с вами мысленно разделим окно программы PowerPoint на области и поймем, для чего каждая область нужна. Для начала работы с PowerPoint нужно создать презентацию. Для этого кликаем правой кнопкой мыши по пустой области папки. Наводим на «Создать» и в выпадающем списке выбираем «Презентация Microsoft Office PowerPoint». Даем своей презентации имя. Нажимаем «Enter». Открываем свою презентацию. Итак, вот перед нами окно программы PowerPoint. Нетрудно догадаться, что посередине нашей программы располагается рабочая область. Вот она. В ней оформляют слайды, вставляют в них картинки, объекты. Здесь мы работаем. Давайте для начала работы создадим свой первый слайд. Для этого левой кнопкой мыши кликаем по любой точке рабочей области. Создается пустой слайд. К этому слайду можно добавить заметку. Поле для заметок находится чуть ниже. Вот, сейчас я написал заметку. Эта заметка относится не к всей презентации, а к конкретному слайду. В данном случае к первому. Давайте для примера создадим еще один слайд. У этого слайда уже нет заметок, так как я их ему не давал. Поле для заметок можно растягивать и сужать. Если мы наведем курсор мыши на верхнюю полосу этого поля, то у нас курсор изменится на две стрелочки. И мы сможем перемещать эту полосу или вверх, или вниз. Таким образом, если это поле нам мешает, мы его можем и совсем скрыть. Он скрывается автоматически на всех слайдах. Слева от рабочей области располагается область навигации. Здесь находятся все слайды презентации. Точнее не слайды, а их скриншоты, автоматически сделанные программой PowerPoint. Эти скриншоты постоянно обновляются. Если мы что-нибудь добавим или уберем из слайда. Давайте, например, в наш первый слайд добавим какую-нибудь информацию. Видите, скриншот этого слайда автоматически обновляется. И теперь мы можем не запутаться в слайдах. Эта область удобна тем, что можно быстро переходить от слайда к слайду, как в браузере, от вкладки к вкладке. Область инструментов. Здесь располагаются все те необходимые инструменты, из которых и с помощью которых формируются презентации. Обычно область инструментов называют лентой. Область инструментов в PowerPoint разделяется на несколько типов. Главная, вставка, дизайн, анимация, показ слайдов, рецензирование и вид. Сейчас у меня активные инструменты вкладки «Главное».
Но если я нажму, например, на анимации, то у меня выйдут инструменты вкладки анимации. Если я нажму на вкладку вид, то у меня выйдут инструменты вкладки вид. Также между типами инструментов можно переходить с помощью колесика мыши. Но при этом указатель мыши должен быть наведен на область инструментов. Сейчас я прокручиваю вверх колесико мыши. А теперь вниз. Если область инструментов мешает работе, ее можно скрыть двойным нажатием на активную вкладку. Сейчас у меня активна вкладка «Показ слайдов». Два раза кликая по ней, область инструментов скрывается. Таким же действием эту область можно опять развернуть. Наверху программы PowerPoint находится область быстрого доступа, о которой мы поговорим с вами на другом занятии. А сейчас хочется отметить три очень важные кнопки, расположенные на этой области. Это кнопка «Сохранить», то есть сохранить нашу текущую презентацию на диск компьютера. Дело в том, что при работе с презентацией или вообще с любым документом, этот документ хранится в оперативной памяти. Если компьютер неожиданно выключится или произойдет какая-нибудь непредвиденная ошибка, с оперативной памяти вся информация счищается. Следовательно, все документы, которые в ней находились, и вся информация закрывается. Для того, чтобы этого не происходило, нашу презентацию нужно постоянно сохранять на диск компьютера. Диск компьютера – это постоянная память. И при выключении компьютера вся информация, находящаяся на нем, не теряется. Давайте сейчас это сделаем. Просто кликаем на кнопку «Сохранить» или же нажимаем сочетание клавиш Ctrl-S. Теперь давайте я вам расскажу очень важную вещь. Бывают такие случаи, когда ты, увлекаясь процессом создания презентации, вообще забываешь ее сохранять вручную. И на этот случай разработчики Microsoft создали полезную функцию. Давайте ее рассмотрим. Нажимаем на кнопку Office. И в выпадающем списке кликаем на параметры PowerPoint. Открывается окно параметров PowerPoint. В левом списке находим «Сохранение». И обязательно ставим галочку на автосохранение «Каждые» и выбираем подходящий промежуток времени. Я выберу 5 минут. Обязательно нажимаем на «Ок», чтобы сохранить все изменения параметров. Теперь каждые 5 минут программа автоматически будет сохранять мою презентацию на диск компьютера. И мне можно не производить это действие вручную. Следующая кнопка. Кнопка «Отменить последнее действие». Давайте для примера на втором слайде я создам квадратик. Теперь давайте я его сделаю большим. И желтого цвета. Но теперь я понял, что последнее мое действие, то есть изменение заливки квадрата, было ошибочным. Чтобы откатить это действие назад, нужно нажать на кнопку «Отменить действие». Или же нажать сочетание клавиш Ctrl-Z. Но тут я понял, что все-таки желтый квадрат смотрится лучше, чем синий. И мне нужно вернуть действие. То есть отменить отмену последнего действия. Для этого нажимаем на вот эту вот кнопочку. Или же сочетание клавиш Ctrl-Y.
Таким образом, можно откатить все свои действия назад, нажимая, допустим, Ctrl-Z. И вот такая наша презентация была изначально. Теперь давайте понажимаем Ctrl-Y. Вернем все действия. Таким образом работают эти две кнопки. Они будут очень необходимы при работе с нашей презентацией. Внизу располагается область режима просмотра. Эта область отвечает за то, как должны отображаться наши слайды. Сейчас у меня активен обычный режим. Но можно переключить на режим сортировщик слайдов. Сортировщик слайдов очень удобен тем, если у нас такое огромное количество слайдов в презентации, что мы в них путаемся, даже при помощи области навигации. Давайте для примера скопируем все наши слайды. Вот у нас очень много слайдов. И мы в них уже начинаем путаться, их у нас так много. Для этого нажимаем в области режима просмотра на кнопку «Сортировщик слайдов». И все слайды нашей презентации предстают перед нашими глазами. Находя нужный нам слайд, мы кликаем по нему два раза левой кнопкой мыши. И он открывается. Также в этой области располагается кнопка «Показ слайдов». Нажимая на нее, у нас происходит демонстрация нашей презентации. Таким образом, мы можем нашу презентацию показать в школе, в университете. Сейчас я перехожу от слайда к слайду с помощью стрелок на клавиатуре. Влево и вправо. Рядом с областью режима просмотра располагается область масштаба. Двигая ползунок этой области, можно менять масштаб слайда. Давайте это сделаем. Сейчас я увеличиваю масштаб. Теперь уменьшаю. Для того, чтобы весь наш слайд входил в рабочую область всеми своими сторонами, можно нажать на кнопку «Вписать слайд в текущее окно». Домашнее задание. Поиграйте с областями программы PowerPoint и попробуйте сделать такой же вид окна PowerPoint, который вы сейчас видите на своих экранах. Ну что ж, наш урок подходит к концу. Мы посмотрели и вкратце разобрали все области программы PowerPoint. Большое вам спасибо за просмотр. Жду вас на следующем занятии. Пока!